Привет, дорогие мои любимые друзья! Сегодня со мной, как всегда... Раюшка! Раюшка! С лучком кушает лучок! Лучка закусил и кушает лучок! Ребята, дело в том, что совсем недавно я его предоставил кавказской кухне, русской кухне, узбекской кухне, таджикской кухне, украинской кухне, белорусской кухне. Он прям растерялся, он даже не знал, что делать. Лос-Анджелес кухне? Лос-Анджелес кухне тоже, да. И на днях он посмотрел видосы на ютубе русские, и там ребята готовили плов. Ребята, но прежде чем мы продолжим дальше наше видео, хочу вас познакомить со своим замечательным другом Баркасом, у которого свой кулинарный канал «Горячий помидор». Боря там готовит огромное количество интересных и вкусных блюд. Если вы любители уж мяса, тем более это для вас, ребята. Заходите к нему, пожалуйста, на канал, поддержите моего друга подписочкой, поддержите лайком. У него реально большое будущее, и он будет с удовольствием рад приветствовать новых друзей на канале. Подписывайтесь, ребята, «Горячий помидор», ссылка в описании. Ему очень понравился плов. Он смотрел много видосов и прям влюбился. И он решил попробовать сам приготовить этот плов. Так, Рэй берет курицу. Так, Рэй чуть не порезался. So this is soup? No, this is plov. Oh, this is plov. This is plov. Ребята, дело в том, что, опять же, хочу напомнить, что это не плов. Это американская версия плова. У Рэя полный суп идет. Я не знаю, что он делает. My plov has a lot to be desired. You have one job. It's the second time. Don't fuck it up. Adam, go home, you're drunk. Oh, wait. My plov was plot. Я, конечно, не профессиональный повар и не разбираюсь очень хорошо в борщах, в пловах, в шашлыках, но я хочу Рэюшку научить хотя бы немножко самых простых методов приготовки плова. Да. Что нам нужно для плова? Для плова нам нужна обязательно доска. Board. Доска. Доска, некоторые овощи и барашек. 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 Мы будем использовать... Мы будем использовать ногу барашка уже без косточки, то есть мякоть ноги. Catch! Хоп! Но сперва нам нужно ее помыть. Барашка золовая, да, барашка? Да. Немножко сполоснем. Барашка! Барашка посушили и порезали. Морковка. Морковка. Лук. Соль, перец и зира. И чего-то не хватает. Чеснок. 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 I always carry чеснок in my pocket, because that's the style right now. Я порезал чеснок, и он его скоммуниздил себе в карман. Why did you put it in your pocket? Because that's today's style. Чеснок? Чеснок. Но чеснок не сейчас, попозже. Not yet. We need garlic later. Масло. 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 Так, маслица. И... Ложка. Ложка. Добавляем барашка. Барашка. Ложка барашка. Ложка барашка. Ложка. Шумит, скворчит, жарится. Рисок, Рэй. Да. Басмати. Ага. Очень хороший рис. Промываем рис, потому что вот... Search. Also makes the rice taste better. Достаем мясо. О, обжарили, отлично. И вот так вот его раз. Лучок. Лук, лук. 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 О, лук. Это много лука.
Много лук, говорит. Нет, Рэюшка, дело в том, что весь лук растворится, пока будет готовиться. The onion will melt. Много лука, говорит. UFO! Это Маяги Лука. Это Маяги Лука. Пряности. Приправы. 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 Скоро научу его русскому языку. А, приправы, ребята, ну что там для приправы? Ну, кумин сид, это зира. 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 Оп. Хмели. Хмели? Хмели? Хмели. Хмели. Смели. Смели. Смели? Хмели, смели. Хмели посмуси еще. Смелые. Хмели, смели. Смели да хмели. О, я люблю чуть-чуть хмели сунели. Вот буквально. Вот столечко. Лучок жарится. Осталось добавить морковка. Морковка. Итак, вот помешали, вон видишь, он уже золотистый становится, такой хороший. Морковка, морковка. Вот это морковка. А морковка придаст сахара, придаст сладости. It will add sweetness, it will add some kind of a... Мы, короче, делаем зервак. What we're making right now is a зервак. Kind of like зервак. A зервак. Зервак. Чувак, зервак. Чувак-зервак. Чувак-зервак. Oh, sorry. Чувак. Чувак. Чувак-зервак. Зервак, it's like a... Бра. Запах, ребята. Запах просто офигенный. Рашка. Оп. Соль. Pinch of salt. Соль? Ага. Вода. Зира. 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 О. Зира. 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 Ба, 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 ба. Черный перец. Black pepper. Перец. 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 Ребята, перемешаем зервак. Смотри. Теперь добавляем рис. Опа. И вот так вот его сейчас разложим. Чеснок. Уже понимает просто по-русски. Говорю ему, и он приносит чеснок. Да. United States government said it doesn't exist, but it exists. It hovers above the plov. And then Russian Sputnik goes around. And it goes like that, and the Sputnik goes wee-wee-wee, Yuri Gagarin pushes it up in the airspace, and Neil Armstrong bringing it down from the moon program covers it. Что, поехали? Теперь это будет готовиться, ребята, где-то примерно минут 30. О, плов. There we go. Ну и теперь перемешаем, Рэй. We're gonna stir it slowly. Aren't you gonna take the garlic out? No. 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 Перемешаем рисок потихонечку. И вот и прямо на дне поджарилось так хорошо. О, пловец. Вот он наш плов. Да. Плов по-домашнему. Ребятки, у меня нету казана дома. Я, конечно, хотел бы себе взять казан. Basically. Поэтому, ребятки, если бы, конечно, у меня был бы казан, хорошая печка для казана, мы бы сделали плов прям по-узбекски. Ну что, давай? Давай, 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 давай. О! Побольше мяса, плов. Давай. Барашка, давай. Вот так вот. Давай. Давай. Давай еще? Ну, yeah. Давай. Еще так, еще. Давайте мясца побольше прям. Во! Okay. Вот that's так вот, да? Плов-то, а? That's plov. Запах. I'm in shock. I'm in shock. That's
why I can't он come. Он в шоке. Он сказал сам. Он сказал сам, что он в шоке. I'm afraid to open my mouth because it's drooling so bad. Okay? I mean, really, it is. It just it looks amazing. Подожди, подожди. Hold on. Hold on. Салатик. Salad. Right. Traditionally, when they serve plov, традиционно, ну вы сами, ребята, знаете, что салатик с помидорками и с лучком, лучок мы немножко подмариновали, помидорки порезали, соль, перец и все, больше ничего не надо. Давай. Салатик. Вот прям сюда. Раз. So you're gonna salatic right there. You're gonna салатик. Вот прям вот так салатик. Вот прям пусть прям по всем сторонам салатик. Вот так. Вот. Okay. Оп! 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 И салатик мне. А? Ну plow first. Как хочешь. If you want plow first, no problem. Let me, Oh my god. Oh my. Вот это плов. Damn it. I gotta try this again. It will make better plov. Oh. Oh, damn. Знаешь, I'm gonna get some garlic. Я чесночка возьму. You get the garlic. I'm just... Ой, ребята. Ой, ребята, плов. Ну, вот это получилось классно. Yeah, мясцо. Мясцо, рисок. Мне нравится салатик добавлять вот именно на плов. Не в отдельную тарелку салат, а вот именно на плов. Потому что я люблю зачерпнуть помидорку, лучка и плов. Вот так вот раз. Реюшка. Плов. Вот это классно. Ну? I'm gonna sit here, savor this, and then, yeah. Wow. Понравилось? You like it? No, I hate it. I absolutely adore this. I'm just upset because my plov came out plov. Ложка, 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 ложка. Ложка? Ну, давай мясца еще, во. Нормально, нормально. Надо Дебри оставить. Да. Вот, for Debra too. Right, Debra. I'm delighted and disgusted at the same time. I'm delighted because this is amazing. I'm disgusted that my plov hasn't come out that good yet. But it'll get there. It'll get there. There will be plov, the return. Ребята, спасибо, что с нами были. Вот такой плов у нас получился. Рэю понравилось. Talk faster, I want to eat. Быстрее, говорит, говори. Впереди еще много видосов и рецептов. Любим вас, целуем. До скорого. Пока, 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 пока. Плов now. Блин, вот реально вкусно получилось. Ау. Камера.